Ты на время посмотрел? Надо уже идти папу будить. Тайсон. Конец месяца, моя работа на моей прежней работе закончилась. И я потом вам все в подробностях расскажу, что происходило, почему долго не появлялась. В общем, сейчас иду на термин, на встречу с, как это по-русски сказать, ну, в общем, она начальница, непосредственная на том месте, где я, скорее всего, начну работать уже с понедельника. Потому что я в ту фирму, которая нас купила, я не пошла. Вот все подробности, все, что происходило за последние дни, я вам расскажу, но уже, наверное, когда буду дома и когда уже сейчас поговорю, да, что мне скажут, выхожу, не выхожу я на эту работу, чтобы знать наверняка. Увидимся, в общем, попозже. Я уже дома, вот лежит договор, который я подписала, но здесь нужно будет еще заполнить кое-какие документы и завтра отвезти в бюро, то есть это уже непосредственная моя работа будет. Тайсон, привет! Мне надо кое-что подготовить, приготовить, в общем. Вчера я приготовила борщ в термомиксе, так что вот жидкое есть, очень вкусно, кстати, получилось. И что еще хочу сделать? Хочу сделать такие закусочки, ну или перекусочки, не знаю, покупала баклажаны, в общем, сейчас нарежу, отправлю их в духовку запекаться. Здесь у меня зелень, смотрите, если вы помните, да, я вам показывала видео, когда я покупала, сегодня ровно неделя. Вот она, вот такая зелень, да, петрушка начала немного желтеть, вот смотрите, видите, укроп, это вот все вот в пакете от моего драгоценного Ирзака. Вот она вот такая вот свеженькая. В общем,
Зелени очень много, так что я сделаю баклажаны с зеленью, с перцем, с чесночком. Все это перекладу. Перчик вот такой вот, маленький, да, он уже замаринованный. И сделаю начинку еще для перчиков. Ну, вот как антипасти, да, продается. У меня здесь творожный сыр и типа что-то фета. Ну, вот такой. В общем, все это вместе нужно будет смешать. Добавлю соль и перчик по вкусу. Сделаю, наполню, в общем, эти перчики и баклажаны. Я включила разогреваться духовку и этим временем нарежу баклажаны и с вами поболтаю. Простите, если буду глазами вниз, потому что у меня очень мало остается времени, а мне нужно будет собираться. Я сначала не хотела, потом опять не хотела. Сейчас вот буквально перед тем, как включила камеру, поболтала с подружкой и с коллегой по совместительству. Она мне говорит: пойдем, пойдем покушаем, посидим. Ну что, как бы да, ну. Другая моя подружка сказала: ты как никто заслужил. В общем, мы идем сегодня в ресторан, наша шафиня, ну вот, которая на той фирме, где я работала, уже можно сказать, в прошедшем времени, пригласила нас как, ну, как прощальный ужин, да, наверное, посидеть с теми, кто остался на фирме до конца работать. В общем, мы идем в греческий ресторан, она нас пригласила на ужин. В общем, мне нужно быстренько сейчас это все приготовить и еще собраться. По поводу работ, да, вот эти мытарства, которые происходили в последнее время, и вот это мои нервные страдания, переживания в итоге, что могу сказать? Я не иду в ту фирму, которая купила нашу фирму, потому что всюду ложь и обман. Много обещали, в итоге ничего. Опять новый рабочий договор с Пробацайт, это с испытательным сроком. Хотя сначала говорили, что нет, бумага была подписана, что берут с тем, что есть. Потом сказали, что вы идете в другой район. И, ну вот, в общем, там ни слов нет описать все это. Платить они тоже работы. Сразу предупредили, что будет намного больше, и там действительно так, потому что коллега мой ходил туда на пробный день и сказал, что там вообще, ну, как бы да, можно не останавливаться, вернее, и не останавливается никто. Единственный плюс это был, что мне ехать было, я не знаю, тут, наверное, ну, минут 20, да, до этой работы. Ну, что не делается, то делается к лучшему. В общем, сначала, потом моя шефиня сказала, что, оказывается, я должна еще отрабатывать. Это по закону нужно 4 недели. Я расплакалась, я высказала, что так не идет, так неправильно. Я старалась, я работала. Я не то, что старалась, да, я работала, я не оставила ни на секундочку, не сказала, что нет, я не пойду, я не буду, как сделали все остальные, они получили увольнение и ушли на больничный, чтобы не отрабатывать, да, очень многие так поступили. Я сказала, что я так не сделаю. Вот, я не знаю, может быть, она и боялась, что я так сделаю, и поэтому она меня не уволила, да, сначала. Теперь она говорит, уже поздно. В общем, написали такую бумаженцию, что меня не устраивают условия нового договора, да, новая работа, и что я туда не хочу идти. И вот, и все, на все этом закончилось. Завтра у меня еще будет один рабочий день у моей бабушки, которая тоже очень сильно переживает, плачет, страдает, прям вот навзрыд ревет. Ой, да, как ни печально, но вот так и получается, что она вообще, она не переходит и в эту фирму тоже, она думала, что у меня получится уйти в другую фирму, и я ее буду дальше делать, но так как у меня нет водительских прав, водительского удостоверения, я не могу делать пациентов, которые находятся, ну, живут у себя в квартирах, только те, которые находятся в каких-нибудь вот, ну, как типа совместное проживание, то есть там небольшой дом и много квартир, да, и там живут люди, либо это как хаймы, ну, вот что-то типа такое. Первый разговор с теперешним шефом, который у меня будет с 1 ноября, состоялся заранее, то есть я сама ходила на термин к нему, и мы с ним встретились, поговорили, он тоже много пообещал.
Я должна была 1 ноября пойти еще на один термин к непосредственной начальнице одного из вот этих вот, то есть это дочернее предприятие от большой фирмы, и я должна была пойти к начальнице, которая вот над этой фирмой. В общем, там все так сложно запутано. Но так сложились обстоятельства, что моя бывшая шефин начала звонить и говорить, что мне нужна будет работа с понедельника, прям с 1 ноября. И они сказали, хорошо. И я вот ходила сегодня. Сегодня у нас четверг, 28 октября. Я ходила сегодня на разговор. И все, что он мне обещал изначально, 40 часов в неделю, это полная, ну, как работа, по-русски сказать, на полную ставку, да, Vollzeit, 160 часов. Давал 14 евро в час. Ну, в принципе, нечего мне скрывать, хотя здесь про работу и про зарплату не говорят, ну, вернее, про работу говорят, про зарплату не говорят. Вот, обещал. Но в итоге, когда я пришла на сам разговор, сказал, так как у меня нет никакого образования по этой профессии, и он обещал мне, кстати, послать на учебу и оплатить это. И так как у меня этого ничего нет, и он не может мне дать 14 часов, сказал, дает 13,80. И что еще? По поводу рабочих часов. Он сказал, что у них так не идет, у них тогда тяжело составлять рабочие туры, да, на людей делить, потому что у них там три смены есть, дневная, вечерняя и ночная. И им невыгодно, скорее всего, брать человека, потому что тяжело потом найти, чтобы заменить этого человека, если кто-то заболел или в отпуск ушел, и вот так. Но он сказал, отдельно оплачиваются какие-то переработанные часы, какие-то дополнительные выплаты по... Если ты работаешь в выходные, праздничные дни, там вот что-то такое, там много-много-много-много всего написано. Ну, в общем, 35 часов в неделю у меня. Выходные дни тоже есть, да, смены ночные, ну там как уже поставят. И еще что, сначала он мне обещал, что я буду работать на одном месте, а теперь оказывается, что у них три места, в которые нужно будет ездить. Но так как я новый человек, и я не могу сказать нет, и вообще, наверное, нельзя говорить нет, он сказал, что я должна сначала изучить каждое место, что, где, как и почему идет, и познакомиться со всем коллективом, и, в общем, будут меня... В общем, в разные места отправлять работать. Наверное, одну неделю на одном месте, другую неделю на другом месте. Ну, вот как-то так. Я не знаю, в принципе, как это еще будет все идти. Но вот с понедельника, с 1 числа я выхожу на новое место работы. Самое главное, что я не осталась без работы ни на один день, как это у меня было на протяжении всей моей жизни и в России, и здесь. Я всегда дорабатываю, вот, допустим, сегодня я доработала, если это была пятница, да, то я на понедельник уже вышла на другую работу. Вот с тех пор, как я вышла официально на работу после декрета, да, после того, как родила Нелю и пошла вот прям работать, 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 у меня так и здесь. Вот как я только здесь приехала, закончила эти все языковые курсы, как я только нашла какую-то работу, и везде, да, где я дорабатывала, и на следующий день, то есть без перерыва там недельного, месячного там или еще какого-то, я сразу выходила на другую работу. Ну, вот так у меня по жизни складывается. Ну, я, конечно, теперь я буду получать на прилично меньше денег. Моя зарплата будет на прилично меньше. Ну, посмотрим. Посмотрим, как все будет. А, единственное, что еще вот прям радостно так, что он у меня спросил, сколько вы хотите отпускных дней. Я сказала, что, ну, 27-28. Он сказал, могу дать 30. И то есть вот в рабочем договоре уже стоит, что отпуск у меня будет 30 рабочих дней. Это вот одна единственная, как пока радующая новость. Я не знаю, как сложится у меня все на новой работе, как это все будет происходить, как все это будет идти. Но очень-очень надеюсь, что будет все хорошо. И, ну, я, в принципе, человек такой коммуникабельный, да, если даже не понравится, я все равно буду делать. Потому что я знаю, что это работа, я должна выполнить, я исполнительный и человек, да, по своей сути, по своей природе. Как у меня всегда говорит Сережа, ну, да, он говорит, что я знаю, что если ты работаешь, то ты работаешь. Так что пожелайте мне удачи на новом месте. Не отписывайтесь, пожалуйста, пока от меня, я еще канал не закрываю.
может быть, по мере возможности, ну не может быть, а по мере возможности все-таки буду снимать какие-то короткие ролики для вас. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, помогайте дальше развиваться моему каналу. Ну что, духовка у меня нагрелась, пока я с вами болтала. Буду дальше готовить, потому что мне осталось еще пару часиков и нужно уже собираться. Баклажаны я сбрызну немного, ну вот так, просто поверху. Солить их не буду, чтобы они не пускали много сока. Отправляю в духовку выпекаться до золотистого цвета. Лучше, конечно, взять сыр фета, он, наверное, будет помягче. Это немного жестковатый, такой суховатый. Либо это сорт такой. В общем, сейчас у меня не получается его вилкой разбить. Я добавлю творожный сыр, чтобы было все это дело помягче. Ну, где-то половиночку банки. Это получается где-то грамм 150. Думаю, будет достаточно. И все это дело взобью блендером в однородную массу. Можно было бы, конечно, термомиксом, но не хочется вот такую порцию марать термомикс. Масса получилась довольно-таки густая. Я, наверное, добавлю еще немного творожного сыра, для того, чтобы все это... Ну, если останется, потому что я хочу немного совсем перцев сделать. Неля сейчас у нас на какой-то своей диете, она питается отдельно, поэтому я готовлю пока нам на двоих. Она там сама себе что-то, овсянка, яйца, что-то у нее там по времени, все через весы, какие-то там овощные нарезки, все без соли, все без сахара. В общем, мы питаемся вдвоем. Так, достаточно густоты. Добавляю красной паприки, чтобы не было совсем пресно. Я соли добавлять не буду, мы слишком соленые не кушаем, поэтому соли от вот этого сыра фета достаточно. Так, и все еще раз тщательно перемешать, ну то есть до однородной массы. Можно добавить зелень, можно добавить чеснок, все на ваше усмотрение. В общем, я взяла два кондитерских кулька, чтобы какие-то они у меня в этот раз были куплены не очень надежно, даже не помню, где покупала. Но, в общем, не очень прочные. Что-то готовила, и у меня он лопнул. И все это дело растеклось. В общем, все это в кондитерский мешок. Так удобней фаршировать перчики. Но хочу сказать, вот то, что у меня на канале рецепт есть, они намного вкуснее получаются. Ну, так как у нас сейчас по-быстрому и лениво, и как бы еще маленький вам совет или идея, вдруг гости на пороге, да, и что-то нужно по-быстрому приготовить. Ну, вот как-то так. Я выложила паприку на салфетку, чтобы масло немного стекло. Обрезаю кончик. Ну, достаточно такой, чтобы было удобнее выдавливать. Просто иногда попадаются банки, там перчики вот практически все вот такие маленькие. Иногда попадаются очень-очень большие, у меня все руки в твороге. Ничего, кашу маслом не испортишь. Ну и, в принципе, нужно нафаршировать, да, все это дело плотно. Чем плотнее, тем лучше. Я говорю, делаю немного, потому что мы вдвоем это будем кушать. Так. Ну вот в таком роде. Не добавляла чеснока, но потому что будет еще закуска с баклажанами, да, тоже с чесноком. Вот такие они плотненькие получаются. Девочки, не смотрите на мои ногти. Знаю, знаю, уже ужасно отросли. В понедельник на новую работу, в субботу побегу куда-нибудь делать. Ну, то есть снять и совсем тоненько сделаю, потому что у меня просто и времени, в принципе, не было много, и желания не было заниматься ногтями. Поэтому выглядит все ужасно. Вот сегодня идти в ресторанчик, ну, ничего страшного. Там все свои. Они меня уже видели с такими ногтями. Вот. Да, и как раз тут еще останется на один перчик. Вы представляете, сколько достала перчиков?
на салфетку, и у меня прям получилось все ровненько. Все тютелька в тютельку. Такой получился красивенький. Так. Все, это выбрасываю. Можно добавить немного масла. Я вот, кстати, вылила была в дозу, для того, чтобы удобнее было отсортировать. Прям совсем чуть-чуть. Закрываю крышкой и отправляю в холодильник, чтобы они немного застыли, приняли форму. Их можно потом и на колечки нарезать, и можно, в принципе, и так кушать. Далее по плану подготавливаю все для закуски. У меня здесь петрушка, укроп я помыла, обсушила. 4 зубка чеснока. Можно взять больше, можно взять меньше. Это уже дело вкуса. Сейчас я все это мелко вместе порежу, порублю. Я извлекла вот эти перцы из масла и немного нарезала их кусочками. Ну, так проще будет кушать. Баклажаны готовы. Вот так они выглядят. И теперь я просто выкладу слоями или выложу. Лада меня обязательно поправит. Она лучше знает. Я все время забываю, как правильно. Вот. И немного вот этой рубленной зелени с чесноком присыпаю. В общем, все это дело слоим. Вот, так проще сказать. Вот так. Перчики. Ну, просто я еще сделала, да, вот с творогом, так бы их бы побольше получилось, конечно, между баклажанами. Ну, в принципе, тоже нормально будет. Ах, да, баклажаны нужно присолить, я забыла. Я их же не посолила. Точно, сейчас посолю. Готово. Немного перемешаю. И можно дальше выкладывать. Нижний слой не соленый, но оно все потом с соком пустится и будет все замечательно. Пару часов настояться и можно кушать. Последний слой баклажанов. И я немного этим же рассолом, в котором были перцы, заливаю. Так, сверху оставшуюся зелень с чесноком. И точно так же в холодильник на пару часиков. И можно кушать. А за это время можно очень много что успеть еще приготовить. Ну, если вы, конечно, ждете гостей и нужно что-то быстро и много приготовить. Вот один из вариантов. Очень вкусно получается. Все, я собралась. Сейчас подружка подъедет. И мы едем в ресторанчик. Посидим, поболтаем, покушаем. Завтра еще отработать останется. Попрощаться. И все. И с понедельника уже на новую работу. Ой, девочки, вы просто не представляете, сколько я за это время переплакала и перенервничала. И сколько я звонила, искала что-то подходящее. Они все говорят, что людей на эту работу не хватает. И это так и есть, везде требуется, требуется, но платить не хотят. Но при этом еще хотят, чтобы работали. Чем больше, тем лучше. Все, я выхожу на улицу. Вам спасибо за то, что досмотрели до конца. Всем всего доброго. Пока-пока.